Пассажир Яндекс.Такси на ходу устроил стрельбу по велосипедистам. Ты чё творишь? Все произошло накануне вечером. В соцсетях появилось видео, на котором 4 велосипедиста на Дубровинского пытаются оторваться от машины такси. За кадром слышны крики, что водитель едет за ними на красный. После появляется автомобиль, пассажир направляет в сторону велогонщиков, предположительно, пистолет. Слышен хлопок, похожий на выстрел. Причина конфликта на дороге не ясна и, скорее всего, осталась за кадром. Известно, что заявление в полицию никто не написал. Сотрудники узнали об инциденте в СМИ. По факту проводится проверка.